Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Я уже показывал обзор этой чудесной сковородочки. И сейчас я хочу показать, каким образом я хочу с ней поступить, каким образом я хочу ее привести в хороший вид. Для этого я беру дремель, беру резиновый алмазный круг, который здесь установлен, ставлю обороты на четверочку, я думаю, достаточно, и начинаю работать. Вот, что у меня получается пока. Это первая операция. Но я думаю, что в конце концов сковородочка будет иметь очень приятный вид. Сейчас я отключаюсь, а когда уже более-менее приведу в порядок все поверхности, потом включусь и покажу, как это будет выглядеть. Вот, работа бормашинкой закончена. И сковородочка приобрела вот такой вот вид. Понятно, что она не обработана, скажем, при помощи войлока и пасты и гои. Ну, возможно, я это сделаю позже, а возможно, и не буду, потому что она уже сейчас имеет вид абсолютно чистой новой сковородочки, которую приятно будет брать с собой на природу и приготовить в ней какое-то блюдо, например, яичницу или жареную колбаску. Вот такая сковородочка. Вот так я ее привел в порядок. На этом сегодня все. Единственное, могу сказать, что теперь эта сковородочка будет проходить полевые испытания на природе, будет выполнять свою прямую функцию. Там мы снова с ней сможем встретиться. На этом сегодня все. Пока-пока.